В четверг городской голова Валерий Хмельнюк посетил в реанимации Ильичевской бассейновой больницы на водном транспорте портовиков, пострадавших в результате отравления парами мазута на судне СЛВ-359, которое произошло на 24-м причале Ильичевского морского торгового порта. 6 июня в 10:30 утра в Ильичевскую бассейновую больницу на водном транспорте поступило трое пострадавших с территории Ильичевского морского торгового порта с предварительным диагнозом ингаляторное отравление парами мазута. Два человека было в состоянии средней степени тяжести, один человек в состоянии тяжелом. Очень быстро и качественно отреагировал персонал на данный диагноз, на данное поступление. Больные были все госпитализированы в реанимационное отделение, где им провелись, значит, всевозможные мероприятия лечебные и диагностические. Была вызвана, как по стандарту оказания помощи, бригада экстренной медицинской помощи в составе токсиколога и анестезиолога Центра экстренной помощи, и даны дальнейшие рекомендации на лечение этих пациентов. 6 июня на 24-м причале Ильичевского морского торгового порта на сборщике технических вод, значит, три матроса, значит, спускались в емкости для очистки трюмов от технических вод, ну и получили отравление. В настоящее время проводится расследование случившегося. Пострадавших портовиков посетил городской голова Валерий Хмельнюк. Он лично убедился в том, что за прошедшие сутки пациенты получили квалифицированную помощь и находятся в удовлетворительном состоянии. На 11 часов утра больные готовятся для перевода в терапевтическое отделение, где продолжат наблюдение и лечение по данному заболеванию. По предварительным результатам СЭС, которые нам были переданы вчера, 6 июня, диагноз подтверждается. Это будет, скорее всего, таки ингаляторное отравление парами мазута. Состав газов на данный момент доопределяется сотрудниками СЭС. Диагноз пострадавших пока считается предварительным, но вероятнее всего он перейдет в клинический и заключительный.